Добрый день, друзья. Сегодня у нас E440 LG и замена гнезда зарядки. Такая вот новая модель. Не заряжается. Откручиваем телефон. Снимаем заднюю панель. Старайтесь не царапать чем-нибудь не очень острым. Сняли панель. Снимаем плату. Стегиваем шлейф стекла. Греть будем сверху, потому что снизу нам мешает кнопка, которую мы можем сплавить. Ставим 350 градусов приблизительно, потому что у LG у нас стоят не очень термостойкие платы. Греем сверху. Давайте положим держать, так будет удобней. Добавим флюс. Снимаем. Снимаем держака. Берем новое гнездо. Я оставлю вот таким образом. Давайте снимем пластик. Переворачиваем, ставим приблизительно на ножки.
возьмем прибой чуть-чуть. Таким вот образом все у нас село. Теперь непосредственно сами контакты припаиваем. Давайте добавим флюс чуть-чуть, потому что он сгорел, когда мы снимали предыдущий пин. С другой стороны. Проверяем, можно на глаз, можно под микроскопом, еще удобнее будет. Ставим обратно пластик кнопки. Собираем. Застегиваем шлейф. Стекло. Ставим заднюю панель. И проверяем, ставим батарейку. Соединяем кабель. Пожалуйста, зарядка появилась, все заряжается. Всем спасибо за внимание. Это был LG E440, я Дов. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо.